Чуваки, конечно, дебилоиды у меня реально. Раковые клетки у меня начинаются, когда вы такие шутки делаете. Привет, Фуник, маленький котик. Будем на ГГ смотреть. Наступающим! Не пропусти здорово, наш новогодний выпуск на основном канале. Ссылка в описании. Обязательно. Тебя зовут? Настя. Настя, скрываешь возраст? Нет, 21. Мне пока еще можно не скрывать. Классно, ты выглядишь супер. Расскажи, что сегодня на тебе и сколько это стоит? А на мне сегодня... Куда вырядилась? Минус 17 градусов! Она выходит! Юбка мини! Я бы с такими длинными ногами! Я бы ни за что в жизни не напялила такие колготки! Такие мне 2 метра, метр тысяча, вы понимаете? И такие колготки капроновые, дырки дырявые. Я вообще не понимаю, я в шоке. Сегодня шуба из лисички, это... Из лисички! Лучше бы ты на ноги ссылки из лисички бы надела. Вибратовая какая-то вещь, но стоит она в районе 60 тысяч. А Луи Виттон у меня сегодня вот этот вот платочек. Платок. Он в районе... Платок зимой, платочек. Спасибо. Мам, когда батя алименты? Элементы. Элементы какие? Алименты или элементы? Мам, когда батя элементы скинет? Люблю тебя, мерчи, Винк один, приятного стрима. Винк один? Винк 2, я взял его. Спасибо! Я тебя люблю, Гапри. Я тебя даже люблю. $1000, а потом... Платочек, $1000! Я высмаркиваться могу не в платочек, вы мне... Спасибо, Эксайл. О, Эксайл, здорово. Спасибо тебе большое, маленький мой. Не-не-не. Элементы реально полные. В платочек. Вы тоже высмаркиваетесь в платочек за $1000? А, Валентина, сумка... Это из последней коллекции, она стоит, ну, примерно 170 тысяч рублей. Вот. Это из кожи енота? Или, может, из кожи козы? Я не знаю, что она такая вот, дорогая. Остальное такое, просто там Зара и, в общем, ну, такие вещи не особо какие-то дорогие. Ну, давай для приличия. Как в таких ножках? Такие ноги, они метр вот так находят. Я не знаю. Приличия ценники накидаем снизу вверх. Ну, обувь в районе 5000, в гольф в районе 5, что там еще? 5000 гольфы! У меня колготки капроновые стоят 300 рублей! Она что, в Кальзедонию зашла, выкупила бриллиантовые? Фуник, точно не у меня! У меня платье в районе 10 тысяч, вот так вот. Супер, какие-то украшения, аксессуары есть? А, часы Calvin Klein в районе 25. В районе 25? Да. Расскажи, чем ты занимаешься в свои 21? Я модель, работаю за границей, во Франции, в Эскорт. Китае когда-то начинала работать, вот. Сейчас вот так вот и учусь, само собой. 12-42 бан? У меня сетка на окне, мне как выйти? Как сетку на окне снять? Я не могу выйти. Как сетку на окне снять? Я выйти не могу. Оф! От комаров! От меня, походу, тоже меня сняли эти концентрации мозга. Помогите! Там собаки! Короче, от комариной сетка меня сегодня спасла от суицида. Тебе это доход? Конечно, хороший доход приносит. Серьезно, тебе хватает на все? Да, хватает. А какая для тебя в месяц комфортная сумма для жизни? 50 тысяч с учетом того, что я живу в городе Воронеж. У тебя есть молодой человек? Нет, пока что нет, но надеюсь, что скоро появится. Тем более, что здесь был твой Инстаграм и...
Да? Как ты реагируешь на сообщение в директ по поводу знакомства с тобой? Камин ротом комар. Ну, в зависимости от того, кто пишет. Иногда игнорирую, иногда просто вежливо отвечаю по-разному. То есть есть все-таки возможность с тобой познакомиться? Есть. Всегда есть возможность. Даже с топовыми моделями есть такая возможность. Какой подарочек под елку ты хотел бы получить от Дедушки Мороза? Если честно? А ну, честно это отвечать? Абсолютно. Ну, я бы хотела шубу. Бентли. Но это так уже как получится, на самом деле. Какой мех и сколько стоит она? Ой, я бы хотела... Так, в смысле, я что, нарядилась? У меня колготки, извини, нет, 800 ден. Норковую шубу, она в районе 170 тысяч стоит. А но говорила, это подарок, поэтому как бы, я рассчитываю, а там как получится. То есть есть такой человек, который может исполнить это желание? Дед Мороз. Часто у нас в комментариях пишут, что можно одеваться стильно. Он похож на Киркорова Филиппа. О, вот это магма! Здрасте, как вас зовут? Татьяна. Татьяна, если не секрет, сколько вам лет? Ой, нет, секрет. Шапочка где-нибудь будет, наверное, стоить таких каких-нибудь 100 охренеть. Евро, наверное, не больше. Охренеть! Шубка, наверное, где-то ведьма 1000 евро, не больше. А ботиночки на мне стоят 300 евро. Так, очки у вас модные есть? Очки стоят не больше, наверное, 100 евро, это точно. И такие классные у вас сережки с котиками. С котиками сережечки, наверное, стоят евриков 50-60. А вы так все в евро называете? Вы все в Европе да, покупаете? Да, к сожалению. Привет, как тебя зовут? Ива. Ива? Да. Сколько тебе лет? 12. А у тебя Ива — это полное имя? Ну да, да, грузинское просто. Классно. Ива, рассказывай. Какое? Ива? А у тебя Ива — это полное имя? Это же женское имя. Сигну по зятя. Хорошо, бро. Это же женское имя, нет? Грузинская просто. Классно. Ива, рассказывай, что сегодня от тебе и сколько это стоит? Начну с обуви. Cold Wall Nike 15, Brow Can 20. Офига, говно, да. Джинсы H&M. Не знаю, может... Он весь черный, мне это нравится. Это круто, это красиво. Стаси вот только сейчас купил. 11 стоит. 11. Распахни, покажи. Ну вот такая просто с нашив... Ну, обычный худак черный. Стивси. Вот такой пуховик, даунджакет. Тоже брал в ЦУМе, стоит 128. 128 тысяч рублей? Да, это... Кого, блядь? Самая дорогая, самая дорогая вещь сейчас на мне. Моя мать в год, сука, не зарабатывает. Тут 100 Найланд брал там в Даниэле. И Off-White вот такой стоит 6 тысяч. Такой тоже брал в ЦУМе. Чехол на айфон 6К. Папа балует. Ну, можно так сказать. Любит сильно. Любит сильно? Да. Ты считаешь себя избалованным? Моя мама тоже сильно любит, она же меня так не балует. Как бы? Нет, я пытаюсь, как-то не в обществе, не выпендриваться. Не выпендриваться, да. Не люблю яркие цвета сильно, так. Черное там. Красавчик. Я даже, не рассказываю цену, например, если меня спрашивают, я просто вот... Вот такая вот куртка, я... То есть это для нас эксклюзивное интервью? Да, можно так считать. А какой подарок хочешь получить на Новый год? На Новый год хочу поехать куда-нибудь. В Токио, думаю. Привет, как тебя зовут? Я тоже в Токио хочу, забери меня скорее, увози со стомари. Алин, если не секрет, сколько тебе лет? 28. У меня сумочка Louis Vuitton. Так, расскажи, где ты ее взяла и сколько она такая примерно стоит? Я взяла ее в Милане, в Италии. Сколько она стоит? Где-то 1200 на русский. Чтобы так, приятно дальше. Выглядит, хочется потрогать. Потом ремешок тут Louis Vuitton не видно. Блин, все спрятано. Но мы тебе поверим. Там есть ремешок, ребята, он там есть, так? Да, потом на мне абсолютно простые уги. Где-то 1000-2500 они стоят. Рублей? Да, в каком-то масс-маркете куплены. И шуба дорогая. Это натуральный мех? Да, натуральный мех. Что хочется за животное? Вы не узнаете. Фирму можно говорить? Можно. Фирма Вельвет. Это... Ой, боже, я забыла, как она называется. Шиншилла, да. Да, шиншилла. Это сколько шиншилл надо было побить? Кус. Чтобы купить, чтобы сделать шубу. Сколько шиншилл убили? Как?
Шиншиллы. Шиншиллы шубы нынче стоят. Стоит 550. Нормально, кстати, не так дорого. Расскажи, пожалуйста, может, у тебя что-нибудь из аксессуаров есть? Ну, колечко. Шиншиллы, бля! Шиншиллы, бля! Шиншиллы! Сколько шиншиллов? Сколько шиншиллов на полляма? Ёбаный рот! Нахуя? Шиншилье сердце разбито! Колечко Роберто Браво. Сколько такая радость пиздец примерно стоит? Колечко? У него же руки трясутся, потому что шиншилл убила. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Я психолог. Что ты хочешь получить на Новый год? Какой подарок больше всего? На Новый год? Ну, от моего любимого жениха хотелось бы получить роликсы. Он мне обещал. Сколько роликсов? А ты ему что подаришь? Ты, ушастая шиншилла? А ты ему, извини, что подаришь? Расскажи. Детка Морозка. Что стоит? Какие ты хотела? Роликсы средние. С камнями? С камнями, да. 650 тысяч. Привет, как тебя зовут? Привет, Андрей. Андрей, сколько тебе лет? 32. Это Гуччи. Сколько такие стоят? Гуччи? 650, я сейчас не помню точно. 650 тысяч рублей из-за черные кроссовки, похожие на конверсы. А, с удавом. Приходите, я вам сама этого удава подарю. Штаны? Штаны Прада. Они сколько? 320 евро. Ремень Луи? Луи 270, может быть. Куртка? Куртка... Я покупал ее в Австрии. Я даже не помню. 5000, мне кажется, это платил евро. И кофта? Кофта... Кофта... Ну, можешь примерно сказать. Да, это... Кашмировая. 300-200 евро. 300 евро, кажется. Окей, и я вижу... 80, может быть. И я вижу у тебя часы. Да, роликсы. Эксклюзивные. Эксклюзивная модель с черным циферблатом. 18 тысяч евро. А занимаешься чем? Откуда все это добро? Завода у меня два. Серьезно? Один в Австрии, да. А что ты делаешь? Полистирол. Строительные материалы. Круто. А как ты достиг в 32 года того, что у тебя два завода есть? Работаю. Много работаю. С утра до вечера. Иногда даже работаю по 20 часов в сутки. Привет, как тебя зовут? Привет, Мила. Мила, сколько лет тебе? Помните эта пышечка, что стояла на фоне в предыдущем видео? Это она, стопудово. Вчера мы с Настей смотрели, там была пышечка на фоне. Помните, кто был со мной вчера? Это она, походу, представляете? Да, это она, стопудово. 26. Кепка Эйчик, пухон Зара, кофта Эйчик, юбка Зара, боты Зара. А сумка? Сумка такой маленький. До этого сюрприза мы доберемся попозже. Нифига она, это самое. Сначала по масс-маркету пробежимся, что почем. А, давай. А, кепка, ну не знаю, сколько они там, КС, наверное, 700 где-то, куртка 10, кофта, типа 2, наверное, юбка, КЗ. Тоже 1002. Ну да, боты, ну типа, наверное, 1004. И сумка. И сумка. Это Эрмес. Да, подарок. Ты узнавал, сколько стоит такой подарок? Ну, я знаю, да, примерно. Делись с нами. Просто выше молодой человек любил дарить сумки. Чехол Гуччи, сколько такой? Бывший молодой человек любил дарить сумки, блядь. Сумка-мен, блядь. Не знаю, 10, наверное, 8. Сколько они стоят? Не знаю. Мила, расскажи, чем ты занимаешься в этой жизни? В этой жизни? У меня контент-агентство. Мы фотоем. Контент-агентство? Можно мне на стрим контент-агента, блядь? В основном за границей. Всякие платьишки, нижнее белье и купальники. На красивых девчонках. Хорошо приносит это? Ну, если плодотворно заниматься, то да. Сколько тебе для комфортной жизни в месяц требуется денежных средств? Это вопрос, потому что я трачу больше, чем
чем зарабатываю. На что ты тратишь? Ну, слушай, вещи масс-маркет вполне доступны. Ну да, на что трачу? Ну что ты вообще можешь тратить? Вот и я не знаю. Что ты хочешь получить в подарок на этот Новый год? Новые часики, которые меня уже ждут. Версачи. Версачи с бриллиантами. Нет, с бриллиантами сучка украла одна. Ой, а прекрати. С рубинами. А теперь давайте подведем итоги. Ну дает, конечно, девка.